На улицах Стамбула почти сутки не прекращаются беспорядки, вспыхнувшие во время стихийного митинга в поддержку популярной газеты «Заман». Это издание жестко критикует политику президента Эрдогана. Поэтому турецкие власти назначили газете внешних попечителей, что и вызвало бурю протеста. Полиция в ответ применила пластиковые пули, слезоточивый газ и водометы. Практика назначения попечителей для неугодных Эрдогану СМИ применяется в Турции регулярно. После этого издания чаще всего закрываются. Совсем недавно так прекратили свое существование несколько газет, два телеканала и радиостанции. На ситуацию уже обратили внимание международные правозащитники. Даже в Вашингтоне высказались весьма недвусмысленно. Не думаю, что такие действия соответствуют демократическим ценностям, которые декларирует в том числе турецкая конституция. Мы относимся к подобным вещам очень серьезно. Хотелось бы, чтобы турецкие власти уважали свободу слова.